Со второй попытки в Иванове все-таки состоялся фестиваль красок. Напомним, в первый раз мероприятие отменили из-за плохой погоды. Зато в этот вторник небесная канцелярия не подвела. Сначала перед публикой с небольшим флешмобом выступили ребята из школы танцев SkillForce, а затем воспитанники современной студии хореографии «Возрождение» представили целый спектакль под названием «Психология цвета». На импровизированную сцену вышли танцоры в белых костюмах, и постепенно облик каждого менялся. На лице, одежде и волосах появлялись яркие пятна. Так и в жизни. Человек приходит в этот мир незапятнанным. И какими красками заиграет мир вокруг – личный выбор каждого. У героев этого спектакля только яркие и сочные цвета – красный, желтый, фиолетовый, зеленый. Когда постановка закончилась, искупаться в радуге смогли зрители. Пришли ребята, которые действительно захотели себя разукрасить позитивно. Посмотрим, как это получилось первый раз. Какие-то нюансы учтем. Следующий год обязательно проведем. Молодежи такое красочное безобразие пришлось по душе. Пачкались абсолютно все, даже те, кто поначалу не собирались. Нам очень понравилось. Много эмоций. Впечатлений. И все они очень положительные. Мы очень рады, что Иванов сделал такой праздник. Повеселить других людей. Чтобы этот день, запомнить, чтобы было весело. Я выступала, мне сказали, чтобы я пачкала себя, точнее, других пачкала. Сухая краска смывается простой водой, поэтому по поводу порчи одежды переживать не стоило. Впрочем, всем еще предстояло добраться до дома, и по подсчетам организаторов, во вторник вечером по городу разгуливали порядка 100 разукрашенных и счастливых молодых людей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.